пожар. В Усольском районе унес жизни 4 человек, трое из них – дети. Трагедия произошла в минувшие выходные в частном доме поселка Мишелевка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам, по факту смерти 4 лиц в результате пожара. 18 августа 2019 года при разборе завала после пожара, произошедшего днем в одном из домов по улице Мира в поселке Мишелевка Усольского района, были обнаружены 4 обгоревших тела – 41-летней женщины, ее 3-летней дочери, годовалого внука и 3-летней внучки. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.